Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи, найденные в интернете, стихи Елены Аннаневой. Композиция называется «Белые крылья». Музыка исполнилась самой Фомовичем, видео из интернета. Вся жизнь на качелях, взлетают качели. Пусть белый лишь ангел придёт, расправит он крылья, вдохнёт свежий воздух и песню твою подпоёт. Пусть крылья расправит, танцуем вместе. Умоет солнцем зари. Зари, белый ангел, приди, белый ангел. И крылья мои подержи. Пусть крылья расправит, танцуем вместе. Умоет солнцем зари. Зари, белый ангел, приди, белый ангел. И крылья мои поддержи. Вся жизнь на качелях земные крылатые. Расти, любви, лепесток. Пусть белый ангел тебя охраняет, а черный мимо идет. Пусть крылья поддержит белый ангел. С ним можно в туман и пургу, на новые подвиги вдохновляет, береги Ахиллесову пету. Под бархатным блюзом летят качели, и будущее дух волной. Пусть белый ангел питает силы, любви и шепот. Милый мой, набраться силы от солнца и ветра, идеей, путь, окрылив. И пусть качели из детства летают, нам взрослым до вечности сил. Набраться силы от солнца и ветра, идеей, путь, окрылив. Через детство летают нам взрослым до вечности сил. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Белые крылья», стихи Елены Аннаньевой, видео из интернета.